Выступая перед активом региона, Канат Бозумбаев отметил огромную роль карачаганакского нефтегазового месторождения для развития региона. Сейчас проект об увеличении выделяемых области средств с 20 миллионов долларов в год до 30 миллионов находится в канцелярии премьер-министра. Не 20 миллионов долларов, а 30 миллионов долларов эта компания будет выделять на социальное развитие вашего региона. Более того, хочу вам рассказать, вы, наверное, из прессы слышали, мы достигли с партнерами, акционерами карачаганакского проекта принципиальной договоренности по дружественному регулированию спора по индексу объективности, который длился более 3 лет. Подписано соглашение о принципах, закрепляющие основные условия урегулирования. В целом, совокупная ценность данного урегулирования составляет для республики свыше 1,7 миллиарда долларов США, из которых в ближайшие годы государство должно получить около 1,3 миллиарда долларов. Также Канат Бозумбаев рассказал о достигнутых с консорциумом договоренностей по реализации инвестиционных проектов на карачаганакском месторождении. Объем инвестиций – 5 миллиардов долларов. Сложные переговоры обеспечат Казахстану дополнительные доходы от проекта в сумме 415 миллионов долларов в год до 2037 года. В 2018 году выплатит за товары, работы, услуги казахстанским компаниям почти 210 миллионов долларов США. Это 56% от всего объема закупок. И местное содержание с 2000 года возросло более, в кадрах возросло более чем в 3 раза. Сегодня местных сотрудников 91% на Карачаганаке. Конечно, это не предел, но тем не менее хороший показатель. Один из основных проектов будущего расширения Карачаганака, то, о чем я говорил по поводу тех 5 миллиардов ориентировочных инвестиций, вот уже четко подписан, это проект СПОК, его бюджет около 1,1 миллиард долларов США, он предусматривает дальнейшее поддержание текущего уровня добычи, это модернизация газовых мощностей, строительство 4-го компрессора, 5-го внутрипромыслового трубопровода. И срок реализации этого проекта до 2020 года. Здесь, конечно, местным компаниям нужно сегодня уже с Карачаганаком работать, чтобы попасть в этот проект. Отметим, что консорциум за годы работы выделил 342 миллиона долларов на развитие инфраструктуры области. На эти средства уже построено 14 медицинских учреждений, 28 объектов образования и 12 соцобъектов. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабрев, ТДК-42.